когда Зенит сыграл в ничью с Пашингом в кубке УЕФА. Там питерцы не вели Шорохова, но, к сожалению, не одержали победу, не удержали, так скажем, победу. Сыграли в ничью 2-2, и вот там блестяще проявили себя Аршавин и Кержаков. Сейчас опасно атакуют сборную Латвии. Это 11 номер Витцеринкус. Удар по воротам! И вот счет открыт. Это Остафьев принял передачу от Ринкуса и сходу послал. Акинфеев. Ничего, такие удары не берутся. Обидно, очень обидно. Впереди. Ну, здесь нужно сказать не о неудачной игре нападающих, а прежде всего о том, что наши полузащитники никак не могут разыграть хорошую комбинацию и вывести нападающих на ударную позицию. Хохлов. Отличная передача. Нет, нет, здесь. Ну, как Аршавин. Гол. Аршавин сравнивает счет. Хохлов сделал прекрасную передачу на Андрея Аршавина. И вы, наверное, обратили внимание. Попал. Ну, не в Калинько. Калинько тогда был травмирован. Смотрим еще раз этот момент. Да. И вот Калинько почти накрыл. Не решился. Не решился нарушать правила. Пытался он.